Всем привет! Меня зовут Мила. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня вместе с вами мы приготовим жульен из баклажанов. Блюдо это очень простое и очень вкусное. Берем баклажан, режем его на мелкие кубики. У меня вот такой длинный, поэтому я его порезала на такие куски. Если вы заметили, баклажан у меня не совсем типичный. Это китайский или японский баклажан, он внутри, почему я его люблю использовать, он внутри всегда очень беленький, он не темнеет и он никогда не горчит. Поэтому, если у вас есть возможность, возьмите баклажан именно вот такого сорта. Нет, берите обычный баклажан. Нарезали баклажан, разогреваем сковородку и обжариваем баклажаны в растительном масле. Пока обжариваются наши баклажаны, нужно подготовить лук. Берем луковицу и строгаем на мелкие кусочки. Я сделала это заранее, чтобы не обливаться слезами. Берем чеснок. Лук и чеснок готовы отправиться к баклажанам. Баклажаны подрумянились. Теперь добавляем лук и чеснок. Вмешиваем. И нужно довести до полуготовности. Немного солим по вкусу. Черный перец. Минут 5 обжаривались баклажаны с луком и чесноком. Теперь нужно взять сметану, сыр и добавить в нашу овощную смесь. Сыра 2 столовые ложки и 2 столовые ложки сметаны. Все тщательно перемешиваем. Вот что у нас получилось. Это жульен. Мы его будем запекать. На ваш выбор. Можно взять горшочки, можно взять для жульена специальные формочки, а можно вообще взять эту целую сковородку, засыпать ее сыром и прямо в сковородке запечь в духовке. Это один вариант. Но мы используем маленькие горшочки. Накладываем баклажаны в горшочки, без горки, потому что сверху мы насыпем сыр. Сверху посыпаем сыр. Посыпали сыром, отправляем в заранее разогретую духовку и запекаем до золотистой корочки. Достаю из духовки наш замечательный жульен. Вот и наш жульен. Последний штрих. Берем свежую травку, такая, как вам нравится. Петрушка, тимьян, укропчик. Слегка посыпаем сверху. Берем ложку или вилку и наслаждаемся. Приготовьте, пожалуйста, это блюдо. Я уверена, оно вам безумно понравится. Готовьте, у вас обязательно получится.